Друзья, всем привет! Давненько уже не виделись и не слышались с вами. Надеюсь, что у вас и ваших близких все хорошо. В свою очередь могу сказать, что у меня все нормально, чтобы не сглазить. Единственное, достало это самоизоляция, не дают поработать нормально. Как, кстати, у вас всех обстоят дела в городах, пишите в комментариях, очень будет интересно мне почитать. А так как данное видео выйдет накануне праздника, пользуясь случаем, хочу всех поздравить с наступающим Днем Победы и всем нам пожелать крепкого здоровья и мирного неба над головой. Ну а теперь, что касаемо видео, в большей своей степени информации оно не несет. Просто мне хочется узнать, будет ли тема работы с эмалями интересна вам. Если да, то напишите в комментариях, и следующие видео будут уже максимально информативными. По данному видео хочу сразу сказать, не надо писать, кто у кого скопировал данную модель креста. Я и так прекрасно знаю, что этот крест делается ювелирным домом Егора Москаленко. Просто заказчик прислал мне фото и сказал, хочу такой. А моя работа – это мой хлеб. Так что отказываться от этого заказа не вижу смысла. Крест, который я делаю, выполнен из желтого золота 585 пробы. Камни, бриллианты. Цепь, на которой будет носиться крест, также изготавливал я. Цепь шопорт из желтого золота той же пробы. Эмаль горячая, цвет черный. А сейчас, пока не забыл, отвечу еще на один задаваемый мне вопрос по поводу Даши. У Даши все хорошо. После смягчения самоизоляции она снова появится на экранах. И, возможно, даже не одна. Ну а теперь просто давайте посмотрим за моей работой. И, конечно же, не забывайте про лайки и репосты.